На торжественном открытии медицинского центра собрались коллеги и друзья, ведь центр, где помогают избавиться от зависимости, это социально значимый проект для всего города. И немножечко это для себя. Для качественного лечения самое главное – правильно поставить диагноз. В медицинском центре «Ракурс» пациент проходит тестирование на степень выраженности зависимости, после чего подбирается индивидуальный курс лечения. Обследование проводится анонимно, а лечение по уникальной методике до стойкого положительного результата. Основа ее – это тест-терапия, транскраниальная электростимуляция, за счет которой идет выравнивание биологических процессов в головном мозге, биохимического равновесия и формируется устойчивое отвращение к объекту зависимости и формируется нормальное состояние. То есть те биологически активные вещества, которые вырабатываются в нашем мозге, они приходят в равновесие и в нормальное состояние. Используются не только новейшие методы лечения, но и всем известные рефлексотерапия и гомеопатия. Если человек хочет, но не может избавиться от зависимости, например, алкогольной, никотиновой, наркотической, игровой и интернет-зависимости, то в центре на улице Роз специалисты, психиатры, психотерапевты, наркологи, в том числе детский психоневролог, помогут попрощаться с плохими привычками раз и навсегда. Более того, здесь ждут тех, кто страдает и другими недугами – пищевой зависимостью, токсикоманией, спайс-зависимостью, неврозами, ненавязчивых состояний, депрессии и синдромом хронической усталости. В медицинском центре «Ракурс», используя лучший отечественный аппаратно-программный комплекс, предложат пройти физиотерапевтический курс для лечения соматических заболеваний, в том числе и детям. Подобрали оптимальный вот такой именно состав. То есть сначала идет диагностика, тестирование, подбор генетических препаратов, а затем уже идет и физиотерапия. Но самое главное, что мы своих пациентов, вот, после проведенного там месячного курса лечения не бросаем, мы наблюдаем их в течение года, полутора лет, то есть надо больше. В медицинском центре «Ракурс» ждут даже здоровых людей. Специалисты за счет уникальных методик лечения улучшат качество вашей жизни, и вы почувствуете прилив сил и бодрости. Повысится иммунитет, улучшится настроение. Адрес центра – улица Роз, 117. Телефон для предварительной записи – 2960506. Сайт в интернете – www.ra-курс-сочи.ру. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ».